Привет! Вы на канале вязания, я Светлана Садыгова. Сегодня будем продолжать вязать кофточку на девочку 3-4 года. Мы вяжем спинку. Вот от резинки и до этих пор я довязала 26 сантиметров. Так, теперь мы будем сейчас вязать пройму рукава. Приступаем к вязанию. Вяжем пройму рукава. Сейчас мы будем с краю, слева и справа, будем вязать немножко вот такой резинкой. А потом уже после этой резинки будем убавлять петли. Так, первую снимаете. Следующая лицевая. Изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, мы провязали с кромочной вместе, у нас 7 петель. Дальше мы провязываем 3 петли вместе одной. Вот. 3 петли одной за заднюю стенку и дальше вяжем по рисунку. Так, вот мы дошли до левой стороны и у нас здесь осталось 10 петель. Мы точно так, как справа делали, делаем слева. Вот 3 петли мы должны сейчас провязать вместе одной петлей. Но перед этим с левой стороны мы переворачиваем вот так. Сносим на правую и возвращаем. Перевернули эти петли, чтобы красиво легли потом, когда будете вместе провязывать. И теперь эти 3 петли провязываете вместе одной за переднюю стенку. Так, провязали, чуть-чуть подтянула. И теперь вяжем резинкой 1 на 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Тут у нас 7 петель таких. Изнаночная, лицевая и последняя кромочная, изнаночная. Вот мы провязали. И при этом у нас снялось с одной стороны 2 петли и с другой. Теперь с изнаночной стороны вяжите по рисунку и изнаночные петли. А по краям будете вязать резинку, но уже не 1 на 1, а будете вязать полую резинку, как мы и вязали вот здесь. Показываю. Первую снимаете, потом снимаете следующую, вот где изнаночная нить перед работой, затем лицевая, опять снимаете нить перед работой, лицевая. Следующее снимаете нить перед работой, там 6 петель и следующая лицевая. Дальше вяжите, как я вам сказала же, по рисунку все у нас на четной стороне все изнаночные петли. Там, где и накид был, тоже провязывайте изнаночной. Вяжем до левой стороны, потом я вам опять покажу. Дошли мы до левой стороны. У нас вот осталось 7 петель. Мы точно так провязываем, как справа. Мы их будем провязывать сейчас полурезинкой. Лицевая,
где изнаночная, снимаете петлю нить перед работой, опять лицевая, снимаете нить перед работой, лицевая, снимаете нить перед работой, и последняя изнаночная кромочная. Точно так, как я вам показала, слева и справа мы провязываем первый ряд лицевая, изнаночная резинка 7 петель. Вот лицевая, изнаночная резинка 7 петель. Так, теперь дальше мы берем и снимаем 3 петли вместе, слева и справа. А на изнаночной стороне вы вяжете по краю резинка полая и провязываете все изнаночными. И так повторите еще 4 раза. При этом у нас снимется 4 раза на 2, 8, 8 петель. Мы тут уже 2 сняли с одной стороны. То есть снимется у нас еще по 8 петель с каждой стороны. Итого, и тут по 2 у нас снялось. Итого у нас снимется 20 петель. 10 с одной стороны и 10 с другой. Все. Продолжаем вязать. Я продолжаю вязать кофточку на девочку 3-4 года. Так, на предыдущем уроке мы начали вязать пряму рукава. Сегодня продолжим. Мы уже сняли с одной стороны, слева и справа по 10 петель. Но я так посмотрела, и еще надо снять. Еще снимем таким же образом, как я вам говорила, по 6 петель с одной стороны и с другой. Это получится, мы снимали 3 петли, провязывали одной, то есть 2 петли сразу уходило. Значит, мы еще снимем таким же образом 3 раза. То есть у нас получится слева и справа будет снято по 16 петель. Приступаем к вязанию. Так, вот мы уже сняли с вами по 16 петель с одной стороны слева и справа. На спицах у нас теперь осталось 57 петель. А в начале вязания было 89 петель. С двумя кромочными. Теперь мы будем продолжать таким образом. Мы уже снимать не будем. Пройма уже, вырез готов проймы. Теперь мы будем вязать там, где мы вязали на лицевой стороне резинкой, вот 7 петель этих, резинкой 1 на 1. А с изнаночной мы вязали полой резинкой. Теперь будем провязывать все резинкой 1 на 1. То есть полой не будем провязывать. Будем просто резинкой провязывать 1 на 1. Так. Начинаем вязать. Так. Снимать мы уже ничего не будем. Я вам повторяю. Первый снимаете. Лицевая. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот мы провязали 7 петель, так? Теперь вяжем по рисунку. Как вы уже знаете, как узор вяжется, сами тоже вяжете. Смотрите, чтобы не сбивались. Так. Так. И здесь слева мы точно так вяжем резинку 1 на 1, 7 петель крайних. А здесь в центре по рисунку, как вот мы вяжем этот узор, все по рисунку идет. Так, и на изнаночной стороне мы вяжем, как всегда, где рисунок, изнаночные петли. А край, вот где у нас идет край проймы рукава, мы будем вязать все время резинка 1 на 1. 7 петель с одной стороны и с другой. Первую снимаете. Вторая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая петля, изнаночная, лицевая. И так продолжаете
до конца, не довязав 7 петель с левой стороны, там будете вязать, как и справа, резинка 1 на 1. То есть одна лицевая, одна лицевая. Вот мы дошли до левой стороны, да? У нас осталось 7 петель. Мы вяжем здесь резинку 1 на 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная, лицевая, изнаночная. Последняя, как всегда, у нас идет кромочная петля. Кромочная, изнаночная в конце провязывается. Так, вот я вам показала, как мы дальше должны вязать, да? Вот наша пройма рукава. И теперь вот смотрите, мы так будем продолжать вязать. Угу. Сейчас я вам скажу, сколько таким же образом вверх сюда провязать, чтобы мы потом могли вязать близ горловины. Вот сейчас у нас длина 33 сантиметра. Вот, 33. Мы должны провязать еще вверх 5 сантиметров, чтобы у нас было 38 сантиметров, и будем уже вязать вырез горловины. Таким же образом, как я вам сказала, так и вяжите дальше. Ничего не убавляя, ничего не прибавляя. Все, продолжаем вязать.